Вот продолжение работы. Это аппарат мой, так называемый волшебный. Вот тут у нас складка. Напрягаем ее и потихоньку простукиваем острые вот эти вот углы, складки. Потихонечку распрямляю. Естественно, приходится и прогревать, и пробивать, потому что крючком такие вещи я как бы не сделаю. Вот такая приспособа, довольно неплохо она работает. Понятно, что это не раз, не два. Приходится долго и нудно делать. Но, тем не менее, работа для меня интересная, сложная. Я ее попытаюсь сделать. Ну, вот потихоньку эти складочки выходят. А здесь залом был большой. Правда, это не так быстро, как хотелось бы. И не так аккуратно. Но, тем не менее... потихонечку начинает получаться. Вот здесь уже более-менее ровненько. Здесь шишки, которые, когда я вытягивал этот провал, шишки подошли. Вот остались только маленькие такие. Ну, вот промежуточный результат в работе. Вот здесь были складки по плоскости. Видно. Понятно, что еще тут до готовности работать и работать. Одно место. Здесь надо чуть подпробить, поднять. Вот, вот здесь вот надо поднять. Еще. Вот она вмятинка. Здесь был большой залом, здесь узлом было завязано. Вот, уже более-менее нормально. Конечно, вот этот целлюлит... ну, никто и не говорил, что будет идеально. Тут вообще вопрос стоял. Кому парень не обращался, сказали дверь выкидывать. Вот, а теперь уже, я думаю, никто не скажет, что надо выкидывать. Да, здесь немножко надо доработать. В общем, вот раз место доработать, вот здесь два. Вот три и вот здесь вот четыре. А так, в принципе, уже дверь на дверь похожа. Вот. Не то, чтобы было вот первоначально. Вся в складках и по ремонту не подлежит. Ну, это как бы промежуточный этап работы. Вот. Я немножко неправильно начал, ну теперь уже что делать. Саша, привет. Привет, привет. Я немножко неправильно начал вот эту плоскость разворачивать. И поэтому, конечно, получилось побольше работы, но проваленная дверь, которую надо было выкидывать, спасена уже, можно сказать. У нее и плоскость есть, и все. А то, что неровности и прочее, в принципе, как говорят маляры одаренные, шпаклевка чудеса творит. Но мы будем продолжать. Вот такой вот промежуточный момент по ремонту. Вот, видны, я снимаю специально те места, которые как бы косяки свои снимаю. То, где надо дорабатывать. Где еще, конечно, некрасиво. Вот здесь еще. Вот это место тут, в угры ямы, канавы. А потому что здесь надо сделать мне крючочек. Я тут не достаю вот в эти моменты. Поэтому как бы тут... вот такая каша, и я вынужден сначала крючочек сделать себе, согнуть, а потом уже можно продолжить. Ну а так, в общем и целом, уже она похожа на дверь. После того, как... ну я вставлю кадрик, что было и что стало. Как-то вот так, можно уже ездить. Конечно.
помарки еще есть, но это ж не вот это, а вот это вот. Так что пока можно поездить. Окино. Ну вот как-то так получилось. Уже дверь выкидывать не надо. Вот такой приколюха. Вот что было. Это вот сюжет начала. И вот что стало. Конечно, недоделок много. Скрывать это нечего. Ну как бы разница видно невооруженным глазом. Усилитель у нас, вот она обогнула, идет. Ну и опять же, вот. Уже дверь как бы на дверь похожа. Ну а вот он. Счастливый хозяин. Доволен? Да, нормально все. Ну, молодец. Все. В общем, вот так. Чуть-чуть поработал. Конечно, косяков тут много. Скрывать не надо это. Но дверь спасли. Все довольны, все рады. Все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. До новых встреч. А ее когда красить, надо будет подшпаклевать, да, дядя? Конечно. Она как, ну, на краску шпаклевать? Надо повернуться. Вот такие вот были заломчики. Да.